подача, штанга, гол, 1-0. Супер удар. Продолжается атака, еще один удар и гол, 2-0. Однако мяч останется у Валерия Почевалина. Очень статично, отметим, обороняются хабаровчане впятером вдоль линии вратарской. Подача, штанга, гол, 1-0. 1-0 Джамалди Бергаджи. Опять сработала вся эта история. Опять нашли Дебергаджиева. И открывает он счет к радости местной трибуны. Да, честно говоря, я сомневался в умении Джамала Дебергаджиева так высоко ногу задирать. Однако с гибкостью все в полном порядке у этого мощного нападающего. Хорошая подача слева от штанги. Вгоняет мяч в сетку чужих ворот. 1-0. Мяч уже был далеко. Попал он по сопернику. Еще один дальний удар. Вот это да! Пушка страшная, как говорил классик. 1-1. Ну ничего себе приложился. Зотов бьет поворотом, продолжается атака, еще один удар и гол! 2-0! Счет становится в Казани, это Мираби Уридия! Очень много было посвящено тому, как Мираби Уридия вернулся в родную для себя Казань. Как просто отобрал Абсацев мяч у Савичева. Вот это потеря, плохая передача Тесленко, которая может превратиться в опасный момент. Убегает Опеков, будет убирать мяч, под правый бьет дальний угол и забивает. Вау. Вот это красота! 13 минут, ребята, продолжайте, какой футбол мы классный смотрим. Как здорово, Опеков убрал мяч под левую, потом под правую. Вот Илья Сериков, мастеров не было, не ошибаюсь. Ух ты, какой гол! Супер удар! Супер! Волгарю снова надо отыгрываться после суперудара. Сколько было метров? 27, наверное, 25, может, 27. Да, Померко выложил мяч Ткачеву, ну и тот первым касанием подработал, вторым еще подработал, ну а третьим пальнул, не успел, по-моему, Талалай накрыть.